Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре очередная модель от компании Matenk. Мульчер с бункером для сбора биомассы. Модель называется FCH-120. Чем отличается этот мульчер от остальных моделей и чем он на них похож? Прежде всего, это мульчер рассчитан на трактора от 24 лошадей и выше. Он может устанавливаться как на отечественные трактора, так и на японцы, на китайцы. Конструкционные особенности следующие. Редуктор, усиленный с обгонной муфтой, который предполагает возможность использования более тяжелых молотков на рабочем валу. Дополнительные передние опорные колеса. Трехточная система навески. Обслуживаемый рабочий вал. Обратите внимание, здесь вот у нас есть обводницы. Вал, конечно же, электронно балансируемый. Таким образом у нас выглядит бункер для сбора биомассы. Есть гидроцилиндр и рукава высокого давления для подключения гидроцилиндра к гидравлике трактора, которые открывают непосредственно крышку бункера. Для чего используются, как правило, такие мульчеры? Такие мульчеры требуются там, где биомассу желательно вывозить из обрабатываемого участка. Это газоны, это парки. И, на удивление, очень часто это питомники. Питомники плодовых саженцев и декоративных, любых на самом деле. Когда необходимо вывести весь сор, который вырос на междуряде, а также дополнительно обрезанную ветку. Она измельчается и, попадая в бункер, вывозится за пределы обрабатываемого участка. Конструкция мульчера предельно проста, надежная. Это серийное производство. Комплектуются они карданными валами. Карданные валы стандартно идут с 8-шлицевыми выходами для адаптации на китайские, японские, корейские модели тракторов малой мощности. Мы предоставляем переходники. Любые вопросы, которые у вас возникнут по данной модели, либо по любым другим прочим, пожалуйста, пишите, звоните. Будем рады ответить на все вопросы. Если даже будут какие-то пожелания, мы готовы взяться за исполнение индивидуальных заказов.